Работник Троицкой пожарной части Алексей Кирюшкин вместе с сыном Сергеем спас девочку, упавшую в реку. Инцидент произошел во Владимировке. Школьница оказалась в воде, соскользнув с бревна, на котором сидела с подругой. Услышав крик, мужчины побежали на помощь и бросились в холодную воду. В месте падения ребенка спасателям было по грудь, а девочка уже держалась за дерево из последних сил. Ее успешно доставили на берег и отнесли греться в один из ближайших домов.